Сегодня стало известно, что свой пост покинул заместитель руководителя департамента городского хозяйства Михаил Малыхин. Он курировал вопросы благоустройства и содержания дорог. По распоряжению мэрии и по соглашению сторон занимаемой должности он был уволен 25 июня. Это произошло после того, как губернатор проинспектировал строительство новых дорог в Красноярске. Напомню, ранее свой пост покинул и руководитель департамента городского хозяйства Виктор Ящук. Сейчас обязанности главы ведомства исполняет Олег Гончаров.